Всем привет! Ну что ж, друзья, наступил этот невероятно просто шокирующий какой-то день. И мы сегодня будем раскрывать вот эту денежную копилку. Ее собирала моя девушка, девушка блонда. Посмотрите, сколько блондинки могут насобирать. Это реально просто кайф. Ну что ж, я вооружился вот этим приспособлением, и мы начинаем. Вот дыромаха, она огромная. Может показаться маленькой, но поверьте, это не так. И сейчас мы посмотрим, сколько же здесь денюшек. Вы только посмотрите. Вот эта жена, вот эта Кристина, вот эта девушка блонда. Ну просто, просто шикардос, друзья. Вы только посмотрите. Полная, набитая. Ну что ж, давайте заниматься самым приятным. Доставать деньги. Ведь это всегда суперское просто занятие. Сколько же их много. У вас возникает логичный вопрос. Сколько она по времени собирала? Я вам отвечу. 1 год. Также у меня есть копилка. Возможно, я открою чуть позже, вам покажу. Но начнем по порядку. То, что насобирала Кристина. И здесь реально очень много денег. Друзья, так вот куда девались мои денежки антикварные. А вы еще задаете вопросы, сколько же можно зарабатывать на антиквариате. Поверьте мне, очень много. Особенно, когда человек грамотно разбирается в предметах. Потому что очень много новичков, вообще людей не понимающих, для вас монетка, обычная монетка, а вот для антиквара уже 100-200 долларов. Понимаете, да? И сколько таких предметов еще? Поэтому будьте внимательны. Не несите ваши предметы на рынок там и так далее. Нужно проконсультироваться. И на моем канале, кстати, можно заказать платную консультацию. И только после нескольких лет работы, обучения, можно уже зарабатывать вот такие суммы денег. Вы только посмотрите, целая гора. И пятисотки, и сотки, и двухсотки, чего здесь только нету. Ну просто шоколад. Может, таким образом и на квартиру насобираем. Нам она очень нужна. Сейчас мы достанем все и будем с вами пересчитывать. Целая гора получилась. Надеюсь, Кристина ругаться не будет. То, что мы вскрыли ее копилку денежную. Но это же благое дело, год уже прошел, на моем канале такая некая традиция открывать копилки. Поэтому, надеюсь, будет все хорошо у нас. Вы только посмотрите. Вы только посмотрите, друзья, целая гора денег. Офигеть просто. И сейчас мы это все начнем считать. Ну что ж, друзья, начинаем, приступаем. Значит, пятисоточки у нас погнали. То, что будем находить, то будем сразу же в общую пачку складывать. И вы посмотрите, как блондинки могут реально собирать деньги. Это просто шок, потому что я уже чувствую здесь очень крупная сумма денег, по моим ощущениям. Напишите в комментариях, а вы собираете копилки?
Какие суммы у вас были по истечении года, одного месяца, может быть, полгода вы собирали? Всем будет интересно. Возможно, это видео послужит для кого-то мотивацией начать собирать. Сколько же здесь 500-ок, друзья, это просто фантастика. Просто фантастика. Так вот, куда девались мои денежки. В общий семейный банк они шли. Так, где еще у нас 500-ки? Ну-ка, подсказывайте мне, где они же спрятались, лежат. Итак, давайте пересчитаем и будем по порядку все складывать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 500. И вот еще одна 16 тысяч уже. Я подготовил ручку, листочек и будем все записывать. 16 тысяч. Поехали дальше. 200-ки. Их тоже много. И соток много, я смотрю. Ну согласитесь, как же приятно наблюдать всем за этим просто шикарным действием. Это просто, друзья, фантастика. Кристинка у меня молодец просто. Не тратила деньги, а все в копилочку, друзья. Чего и вам желаю. Таких Кристин побольше. И следующее видео после этого ролика выйдет уже про банкноты. Мы будем искать какие-то редкие, интересные, дорогие номера, купюры. Это тоже будет интересно. Поэтому, если вы еще новичок, на фоне этого ролика подпишитесь на мой канал, нажмете на колокольчик. Рекомендую тоже посмотреть на банкноты. Потому что очень много людей не обращает на номера. Поэтому будьте внимательны, будем искать вместе. Сумма, по моим ощущениям, не маленькая будет. Сейчас мы все пересчитаем с вами. Поэтому будет вам интересно.
целая пачка 200-ок, уже очень много. Очень много соток, как вы заметили. Но мы справимся с этой задачей, все пересчитаем. И подведем черту, сколько же здесь денежек, общая сумма. Ищем 200-ки. Может быть, где-то есть еще. Ага, вот еще спряталась одна. Так, ладно, друзья, начинаем подсчитывать. Итак, раз, два, три, четыре. Вот здесь вот у нас 50 штук, это уже 10 тысяч гривен. Записываем на листок, плюс 10 тысяч. И у нас еще остается. Двадцать штук, это плюс еще 4 тысячи. 4 800, 5 плюс 5 400. Записываем 5400. А вы можете записывать вместе со мной. Так, ну что, я предлагаю с сотками заняться. Их очень много. И мы быстрее справимся с поставленной задачей. Так, подгребем немного, эту кучка немного рассыпалась. Сейчас мы ее соберем. Здесь еще очень много денег, друзья. Очень много. На улице жарище уже, лето. Очень жарко. Еще 500-очки виднеются, и вы их видите. Вот они. Но мы сейчас занимаемся сотками. Так, ну что, попробуем посчитать, чтобы пачку не собирать долго. Раз, два.
50 штук вот здесь вот, это плюс 5000 гривен. И начинаем собирать очередную пачечку. Что ж, давайте подсчитаем. Раз, два. Сорок девять, пятьдесят, плюс еще здесь 5000 гривен. Записываем и продолжаем заново собирать сотки. Неплохая копилочка. Как вы считаете? Напишите ваши мысли. А ваши жены собирают такие копилки денежные? Может быть, начнут собирать после данного просмотра видео? Почему бы и нет? Так, денежная куча уже становится меньше. Сейчас мы ее подгорнем вот так вот, чтобы вы все видели, все по чесноку. Еще много пятисоточек появляется, то, что я не заметил, когда куча была большая. Сколько же здесь денег? Сколько денег сэкономлено?
Просто фантастика, друзья. Просто шикардос. Ну что ж, давайте подсчитаем. Может быть, пятерочка насобиралась уже. Раз, два, три, четыре. Сорок девять, 50. Плюс еще здесь 5000 гривен. Записываем. И продолжаем собирать дальше. Можно сказать, мы уже на финишной прямой. Двухсоточка еще появилась. Отличненько. Замечательно. Пятисоток очень много. Еще двухсоточка. И очень много еще, друзья, пятисоточек осталось. Поэтому сейчас будем уже добивать. Нелегкое это дело, но чертовски приятное. И снимать нужно, и показывать, и считать. Надеюсь, друзья, всем таких подсчетов желаю. Так, ну что, мы вроде бы справились. Последние сотки. Ну что ж, давайте подсчитаем. Раз, два, три. Представьте, ровно 50 штук соточек, и у нас здесь 600, 5600, друзья. Записываем, и у нас остались 5 соточки, самое, наверное, приятная такая купюра. Очень странно, тысяч не оказалось, тысячных купюр, наверное, было жалко. Но в принципе, вы знаете, здесь вырисовывается картина маслом просто. И этому нужно радоваться. И это есть хорошо. То, что есть такие жены, которые готовы реально собирать, а не тратить. Надо, друзья, будет купить жене сапоги и шубу. Летом как раз скидки классные.
денег, я уже приблизительно понимаю, должно хватить. Почему бы и нет? Сколько же здесь, друзья, пятисоток? Офигеть просто. Надеюсь, вы после просмотра этого видео тоже начнете собирать уже свои денежные копилки. Ведь это, ну, очень выгодно. Я постарался в быстром таком режиме не растягивать на час, на два, а буквально где-то район полчаса. Ну что, друзья, вот и все, вот и финиш. Целый бутылек нужно было отснять и пересчитать всего лишь за полчаса. А сколько, друзья, трудов? Целый год откладывать, экономить. Ну, в общем, вы все поняли. Так, начинаем наш пересчет. Финишный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18,5 тысяч. Записываем. Итак, друзья, вот эта картина. Я все пересчитал, и у нас получается сумма общая 70 500 гривен. Ну, согласитесь, это очень зачетные такие деньги, друзья. Ну что ж, мы распаковали, скажем так, нашу копилку, сделали пересчет. Надеюсь, я многих людей замотивирую, и вы начнете точно так же, как и наша семья, собирать вот такие суммы денег. Огромнейшее спасибо моей жене, как я ее люблю называть, девушка блонда, Кристина. Вот, то, что она собирала, это реально сейчас нам нужно. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Впереди будет еще видео, после этого мы будем искать редкие дорогие банкноты. А вдруг попадется, ведь такая крупная сумма денег, 70 500 гривен, просто офигеть. Лайк, подписка, комментарий, бьем в колокол и до новых встреч!